Снучи-бучи, дорогие друзья, хочу отрекомендовать вам биржу игровой валюты YorkNet, продажа золота и аккаунтов популярных MMORPG. Все подробности в описании под видео. Снучи-бучи, мои дорогие друзья, с вами Юга, и это Юга Шоу. И в начале этого ролика небольшой дисклеймер. Все, что сказано здесь, является лишь только моим мнением, и оно никак не может влиять на общий процесс игропрома, игроделов и прочего-прочего. Здесь лишь только мои топы и то, что мне нравилось на протяжении 12 лет нахождения в среде MMORPG. Ну вот, собственно, закончили с официальной частью, и устраивайтесь поудобнее, берите с собой чаек, кофеек, и давайте поговорим вообще о той теме, которую мне давно уже просили сделать, и я такой думаю, ну, а чё бы и нет. Топ-5 игр, которые были в моей личной игровой жизни самыми яркими, самыми эмоциональными и самыми долгими, долгоиграющими, можно даже так сказать. И не буду больше как бы вдаваться в вступление. Начну с первой игры, которую видите у себя на экране. Это игра, которая появилась для меня в 2004 году на сервере Loki, на официальном сервере Ragnarok Online. Как я сюда вообще пришел в эту игру? Это вообще было очень странно, потому что до этого это моя не самая первая MMORPG, самая первая была Ultima Online. На локальных серверах и в дальнейшем пару месяцев на глобальных серверах, непосредственно мировых. Почему я сюда пришел? Очень, на самом деле, очень простой. На тот момент, когда зарождались онлайн-игры, самая большая была проблема в небольших городах, когда я тогда жил, как раз уже переехал жить в Невиномыск, это отсутствие какого-то безлимитного интернета и прочее. Соответственно, здесь же он появился у меня, и Рагнарок в полной мере стал у меня непосредственно самой такой этой игрой, долгоиграющей. 8 лет я проиграл в Рагнарок в общей сложности, если собрать в совокупности все года. Последний раз я играл в Рагнарок, ну, непосредственно где-то в течение месяца, год назад, примерно, да, полтора года назад, я на одном европейском сервере рвался. И знаете что? Вчера, буквально позавчера, задали вопрос, мол, типа, ну вот там линейка, классика, мои ребята пошли, типа, а я, ну, как бы, такой, типа, пойдешь? Я говорю, я такой, да нет, даже за 100 тысяч миллионов долларов, потом задумался. Да кто же меня знает, больного человека, а вдруг пойду? Ну, есть два момента, которые навсегда эту идею похоронили в России. Первое, что компания, занимавшаяся локализацией Гамба, закрылась, и сервера Рагнарёка уже как год прекратили существовать в России. Ну, то есть пытались его изменить, была новая система, так называемый Renewal, с новыми профами и прочее. Это было все действительно интересно, Рагнарёк заиграл новыми красками. Но многие любят именно тот классический доренюловский, господи, даже не знаю, как снять рожечку, где было все, в принципе, понятно, то есть сложно. Она, во-первых, очень сложная и понятна по статам, но в то же время все равно интересно. Любил эту игру я, в принципе, за все. Здесь я любил фармить мобов, выбивать карты, строить билды, и, соответственно, самое мое любимое занятие — это сражение гильдии за замки. Это просто хлебом не корми, два раза в неделю я просто бросал все дела, все заботы, работы, и сломя голову мчался сюда, чтобы, соответственно, ну, это был самый тот, это и самый единственный топовый PvP-контент был, и самый мотивированный PvP-контент был, который на протяжении многих лет меня встречался. Обладателям замков были доступны, ну, множество, во-первых, как бы подземелья своим ВП, и уже я не говорю о том, что когда ты замок там качаешь, ты мог заполучить самые топовые, самые редчайшие артефакты в этой игре. Их просто, кроме как, если за замок, не получить нигде, и люди на этом просто невероятное, такое количество времени на это тратили. И старались получать невероятный кайф от этого. И знаете, получали. И это было очень здорово. Никогда не забуду такую фразу, которую мой сопартиец, друг сказал. Чтобы
Получить удовольствие от игры в Рагнарок нужно поиграть 2 месяца, чтобы понять, как получить это удовольствие, как минимум 2 года. А и поверьте, за 8 лет здесь все у меня доведено до определенного автоматизма, и мне это очень нравится. Люблю эту очень игру сильно. И она, в принципе, дала очень большой толчок мне продолжать играть и вообще как бы в игровой индустрии показала, что есть хорошие люди, познакомила нас с хорошими людьми и очень многими друзьями, с которыми я все еще очень много-много лет благодаря этой игре. Ей я отдаю, наверное, свое первое место. И да, у меня топ немного, не как бы, знаете, немного странный. Я начинаю с первого места и не с первого по значению, и с первого, наверное, ну, вообще, с первого места моего пути в игре. И плавно давайте перейдем ко второй игре. Недавно она получила новый движок. Недавно она очень кардинально изменилась. И это игра китайского игропрома Perfect World. Perfect World я пришел в 2008 году. Точнее, в начале даже 2000, по-моему, конец 2008, начало 2009. Меня позвали посмотреть, типа, воу-воу-воу. Ну, до этого параллельно играл и в Рагнарок, и уже играл немножечко в ПВ, соответственно, изучая этот мир для меня. Это была первая игра, где, во-первых, была очень похожая, близкая к Рагнароку система отношений. Ну, это свадьбы и прочее. И вообще мир, где можно летать. Я такой, воу-воу-воу, типа, летать. Тут-то прыгать-то в Рагнароке нельзя, там было с линейкой, по-моему, а здесь летать. Думаю, ничего себе, давайте посмотрим. И в эту игру, то есть я примерно 2 года своей жизни, 2-3 года я уделил. Играл я на самом деле не очень хардкорно, как допустим, тоже Рагнарок. У нас была лайтовая гильдия, но в то же время и с этой гильдии я побывал на осадах территорий, на фарме, то есть именно боссов, РБ и соответственно, ПК, ПВП. И здесь же, в этой игре, первый раз я испытал такое чувство горечи, когда из меня дропнули оружие при ПК, да? Ну, то есть, такие моменты здесь были. И, блин, это, конечно, совершенно перевернуло даже для меня тогдашнего, допустим, кто играл в основном Рагнарок, ты немного Линейджа. Вообще понятие, типа, о, боже, тут и даже так можно, мол, в играх это же просто, ну, это жесть, это круто, и в то же время и обидно. Ну, не только, соответственно, я умудрились меня выбить пушку, но и я умудрялся выбивать. Ну, то есть, такое происходило. Особенно это часто такое, мы, как говорится, нубов там разводили на ПК и прочее. Были тут такие моменты. Я, понимаете, сейчас в этом топе я не вдаюсь в подробности механик игр. Я не вдаюсь в какие-то, знаете, там особенности, как я не сказал, что в Рагнарке, что один персонаж может иметь около 10 различных вариаций билдов. Здесь все идет именно от себя, то есть я рассказываю свой небольшой путь. Ну, надеюсь, вы меня поняли, чтобы потом не было вопросов, типа, а что там по механике не рассказать? Ну, вот примерно так. В ПВ у меня закончилось, наверное, в году 2000. В 2010-м, уже после того, как я пришел с армии, я уже не смог играть в эту игру по двум причинам. А наша прекрасная компания «Привет, товарищи Mail.ru» еще не тогда не понимали все особенности понятия доната и как стоит и как не стоит, соответственно, вести эту политику. И, честно говоря, там меня впервые бомбануло очень нехило от того, что насколько произошла, ну, не знаю, господи, инфляция и те вещи, которые я выбивал, там, редчайшие, да, там, я уходил, там, были очень большие рейты, я уходил, там, 70-й, потом, ну, то есть, пришел, там, докачался, там, до 100-го, и такой, типа, там, воу-воу-воу, короче, почему какой-то щегол, используя, там, господи, как же их там называли, в общем, по сути говоря, ну, улучшители опыта, докачивался просто в секунды. Ну, меня, допустим, где-то местами это бомбануло. Но не забывайте, тогда я был еще простым игроком, не стримером, не аналитиком, не блогером, ничего. В принципе, простым игроком, который бомбит и не это оправдывает на самом деле. А почему нет? То есть, типа, вау, я хочу побомбить, я буду бомбить. Далее, которая игра пришла в мою жизнь, это Iris Online. Здесь про этот проект могу сказать, не знаю, самые теплые моменты. Во-первых,
Здесь я познакомился с такой гильдией, как Empire, с которыми с ребятами дружу по сей день. Игра была на самом деле вообще в мультяшном стиле, почему меня многие спрашивают, мол, Юга Ревелейшн, алё, типа, да я всю жизнь мультики играю, посмотрите, Рагнарок, ПВ, Ирис, вот, пожалуйста. Никакого тут такого, видите, жести, серости нет, но в то же время эта игра была с мотивированными просто до безумия РБ, где если ты топ-клан, ты держишь топ-бижутерию и топ-оружие. Здесь ты абсолютно, то есть мог доминировать над своим врагом. Против тебя создавали коалиции, против тебя, ну, был такой, выдвигались несколько кланов, и, знаете, мы с честью отбивали их. В этой же игре был выигран первый PvP-турнир в составе, соответственно, гильдии Empire, который устраивали Mail.ru и тогда же уже в Iris Online, в 2011, получается, на году, я познакомился вообще с понятием стриминга. Ну, то есть первые стримы, которые были, ну, у меня были по двум играм World of Tanks, так как я тогда очень сильно залипал в нее. И, соответственно, я такой, о, типа, Mail.ru стрим... Да, Mail.ru сами стримили. Все это было очень, честно говоря, колхозно, но это было. Неприятно увидеть себя, твои победы в прямом эфире, попытки комментировать КМов Мэйла, которые совершенно не знали скиллы, ну, то есть, как бы, ну, очень минимум скиллов, это было там просто серия, а вот убийца нападает, он проводит там пару ударов, ну, в общем, просто, конечно, ну, забавно смотрелось, но очень, честно говоря, приятно было то, что именно, чтобы понимали, в этой игре, в России и вообще во всем мире, мы первые победители PvP-турнира стали, которые именно организовали Mail.ru. И это было реально очень классно, очень здорово. И особенностью было, вот видите на картах, это, кстати, сейчас идет Battleground, это перевоплощение с помощью карт в животных, которые тебе давали стат. В общем, в принципе, система заточки была здесь отличнейшая. То есть система PvP, то есть PvP-зона с мировыми боссами и редким лутом, который нужно фармить. Но в дальнейшем, допустим, когда уже уходил из этой игры, ну, во-первых, что, конечно, очень грустно, эту игру постигла очень, вообще, не самая лучшая участь, а фирма, которая делала ее, банкротилась, и они прекратили разработку по всему миру, соответственно, локализацию. Ее не стало. Но игра на то же, на тот год, она была просто замечательная. Здесь ты всегда знал даже, чем заняться на кап-левеле, достигнув максимальный левел. Здесь было интересное билдостроение. Соответственно, никто не раскрывал своих билдов. Даже просто вот именно, ну, в топовых гильдиях никто не говорил, что качать, что лучше. Потому, ну, соответственно, по той простой причине, что, во-первых, сброс был платный. За рубли здесь никак... Ну, потом уже ввели, то есть, какой-то там итем, который позволял сбрасывать. Ну, точнее, как здесь... Да, по донату в этой игре, я хотел сказать, Mail.ru здесь меня удивили донатом. Локализовали, кстати, Mail.ru эту игру в России. Здесь был просто лояльнейший донат. Ну, не знаю, то есть, во-первых, по той простой причине, что его можно по минимуму было продавать на аукционе. Это было реально очень круто. То есть можно было купить костюмы, итемы, на, чтобы у тебя, допустим, оружие не фейлилось при заточке, допустим. Ну, то есть заточиться было, в принципе, здесь до плюс 10, там максимальная заточка, это было реально. Но по деньгам это ты мог, как донатеры абсолютно выставляли все на аукцион, им нужна была, им было нужно серебро, которое, допустим, за которое они покупали редкие вещи. Причем на тот момент редкие вещи покупали в гильдии Empire, где, собственно, я и находился, так как РБ мы не давали никому. У меня были, ну, то есть, причем, чтобы вы понимали, РБ резались почти каждый час. Ну, то есть, система ДКП, первый раз я с такой, ну, полноценной столкнулся. Это все стоило денег, это стоило усилий, соответственно, стоило кайфа невероятного в игре. Поэтому и риска, я считаю, топ-3 для меня вообще игра, в принципе, по своей сути. И она надолго, не знаю, и навсегда, наверное. Я еще просто не говорю здесь про маунтов и прочее. Здесь настолько обширная игра, даже взяв эту мультяшность, что просто, ну, очаровывало. И те, кто со мной поиграл в нее, даже кто будет смотреть это видео, вы прекрасно все понимаете. Ну, а для новичков, вообще, кто постигал мир онлайн, уже, к сожалению, не будет возможности в нее поиграть. Давайте перейдем непосредственно уже в четвертой игре. Эта игра, даже нашел, видите, откопал старое видео,
где еще Юго-шоу, не назывался Юго-шоу, назывался «Разбор полетов». Это игра Royal Quest. Что вообще из себя представлял Royal Quest на первых своих этапах? Это была жутко сложнейшая игра, просто невероятно какая-то убер-хардкоренная. Там качаться было так же, как в игроке, безумно тяжело, вещи тяжело доставались, и люди просто, ну, не знаю, сходили с ума, там, типа, от того, что, боже, где там что достать. Но все же это, по моему мнению, одна из самых удачных отсылок к игре Ragnarok Online. То есть, та же изометрия, не знаю, билдостроение было, не знаю, ну, очень тяжелое. В плане новичкам эта игра была, ну, действительно очень сложная поначалу, но так же, как и в других играх, здесь билды были на вес золота, просто даже не только скилл-билды и стат-билды. Вторая игра, где я играю за танка, и здесь еще в Рагнарке я любил такого персонажа, как Гранд Кросс, это крестоносец со святым крестом, который носил дамаг от НТ, и здесь именно перенена была это та же самая практика. Так же, как и у Рагнарка, здесь карты давали определенные эффекты. Локации также, ну вообще в принципе качался это также, ну очень редко квестами, очень много фарма. Поначалу был донатный магазин, который запилен за серебро, и он и определенные вещи ты мог покупать за, ну то, допустим, там стоял торговец, ты покупаешь за точку, и каждый раз на нее повышается цена за серебро, то есть как бы вывод серебра начинает увеличиваться. Это довольно интересная была система, и, ну, до определенного момента, до какого объясню чуть позже. На максимальных левелах ты также, что и занимался фармом, зарабатывал серебро. PvP активности здесь были, ну, честно сказать, из самых моих таких, не знаю, любимых, что ли, активностей, это были войны гильдий. Абсолютно не мотивированные, но довольно интересно собраться было друг друга помесить. Единственное, что на весе объявляли, что ты победил, ну, типа, ты папка, это вот единственный момент, и все. А также были сделаны здесь войны за замки в очень интереснейшей форме и абсолютно, ну, по мне, так как не за оптимизации движка, очень глупый, что самое малое количество человек могло в них принимать, по-моему, пачку там до 10 человек за замок. Ну, по мне было это просто реально бредово. А в плане антуража игры и всего прочего здесь мне очень нравилось. Локации очень яркие, красивые, непосредственно... Знаете, тут нет такой дикой азиатчины, тут очень много по фэнтези, и непосредственно тут и свои русские березки, и все прочее было. В общем, локации здесь были очаровательнейшие. Ну, по мне, так вообще, наверное, один из лучших. Вот я говорю, если бы Рагнарок был вот даже на таких щах, что вот на такой графике, это было бы реально очень круто. Но, к сожалению, с годами не... Обновленный графический движок, не все попытки сделать Ragnarok 2 не увенчались у создателей, у креативов, по-моему, успехом абсолютно, был полный провал по всем фронтам. А, кстати, мы, кстати, в конце вернемся еще этого видео. Далее, что еще про роялку могу сказать? PvP за World Boss'ов также здесь присутствовал, и сами World Boss'ы, с которых падали очень ценнейшие карты. И эта игра стала для меня лично не просто игрой. Здесь я первый раз попробовал себя в должности КМа, отчасти хелпера, техсаппорта, в общем, как угодно можете называть это. То есть я занимался игрой не только как игрок, а непосредственно как еще один из участников коллектива. Но, к сожалению, вектор... К сожалению, тогда у меня было больше игрока, нежели чем этого. Я работал тогда абсолютно не с игровой индустрией связанной. Здесь это было больше как все-таки хобби. И с этой игры, кстати, началось вообще мое движение в сторону Ютуба. Как вы видите, разборы полетов появились благодаря игре Royal Quest. Я пытался что-то нести, это был интересный формат. Возможно бы, как бы, если бы в те годы я бы более плотно это занялся. Ну, как бы, понимаете, якобы ДДКБ выросли в лесу, во рту грибы. Ну, все это фигня. Роялка была прекрасна, но до одного момента. А о каком моменте я, как бы, сегодня напоминаю, в конце расскажу. Переходим к пятому топу. Вы же, наверное, ну, тоже понял, догадались, что это за игра. Догадались? А? Давайте отхлебнем чаечка немножечко.
Какая же топ-5 игра может быть у меня-то? Тут на самом деле все банально. Это Black Desert. Black Desert, Black Desert, Black Desert. Понимаете, это... Просто я даже не знаю, с чем сравнить эту игру. С ревнивой девушкой, стервозной девушкой. В общем, это игра, которая потрепала мне безумное количество нервов в самом начале ее старта. Это игра, которая заставляла мой пукан гореть просто так, что полневиномыска моего уже отапливается чисто от моего стула. Это игра, которая сделала так, что у меня уже седые волосы на башке. Но, черт возьми, это охренительная игра. И так как я здесь до сих пор, это, наверное, говорит о многом. И как надолго я здесь останусь, это тоже об этом говорит. Не все так бывает. Как говорится, у прекрасной девушки есть, хоть она и стервозная, есть определенный свой папаня, которого зовут Гэмнет. Соответственно, с ним как-то пытался бороться. То есть все мы пытались до него донести. Но, понятное дело, цитируя товарища Сергея, это одного из проект-менеджеров компонент, это, ты же понимаешь, это бизнес. Ну, знаете, честно говоря, я в сердцах послал их чертям подальше, от своих слов я, как уже говорил, не отказываюсь. И просто никаких телодвижений с товарищами из этой компании я то есть они, ну, если никак не участвуют. Здесь я просто играю, здесь я, допустим, здесь есть класс, который мне очень нравится. Здесь есть сам мир, который на данный момент для меня является одним из самых теплых и приятных. И знаете, БДОшка сейчас на долгое время останется именно вот для многих старых вот таких прожженных задротов именно той игрой, в которой они даже там кричат то, что о боже, там миллион мобов фармить и прочее, останется именно той самой игрой, которые не будут еще как минимум пару лет играть, пока не выйдет что-то действительно, которое может заменить именно Black Desert. Но пока, бесспорно, для меня и для многих эта игра вышла в топ. БДО не буду много говорить, потому что я очень много говорю о ней на стримах и вообще в целом. Я хочу небольшой сделать такой нюанс. Это, наверное, топ-6 игра. И вы видите знак вопроса. Топ-6 игра, наверное, она еще не вышла. Наверное, она где-то меня ждет, и где-то я ее дождусь. И будет там топ-7, топ-8, топ-9, топ-10, возможно, видео. Когда-нибудь, если я совсем же не постарею, и еще буду в игровой индустрии, оно появится. Но это я называю топ-6. Этой игры нет. Но эта игра мне уже должна нравиться. Здесь должно быть... Интересно не просто находиться и выфармливать тонны мобов, улучшать экипировку, а просто вспомнить тот один момент, который мы все абсолютно как игроки забыли. Мы забыли получать удовольствие от игр, и мы забыли о том, что вообще как это делается. Единственное, что нас интересует сейчас на Ютубе вообще, это обосрать любую игру локализатора. Я не могу сказать, что я такой хороший, я тоже такой же. Понимаете, я тоже подавался этим веяниям. Сейчас их стало меньше. Конечно же, все по многим мнениям проплачено. Но одно могу, в принципе, сказать. Я хочу все-таки получать удовольствие от игры. И играть в игры. И по меньшей мере все дела, антихайп, я стараюсь все-таки уйти от этого момента. Для меня, как для ютубера, это минус, потому что хайповые темы, снимай по ним видосы. Но, как так и политика моей партии была, что прямые эфиры мое все, она так и остается. То есть там живые эмоции, живой я, и я там буду. Шестой игры топ-6 мои еще не сделали. Надеюсь, вы тоже ее дождетесь вместе со мной. И, честно говоря, я уже так... По традиции, такой вот немножечко, который говорю, что вот я своих зрителей очень сильно, допустим, многих помню, ну, точнее, многих знаю, помню, общаемся, пришли в мою жизнь. И вообще стараюсь именно сделать атмосферу Юга-шоу именно вот той, которую я хочу видеть. Без всякого грязи и прочего дерьма, которое, ну, и так слишком много у нас в последнее время в игровой индустрии. Я же говорю, мы разучились играть в игры, мы...
мы любим обсуждать срач. Мы любим срач, вот, не знаю, почему так сложилось, мы любим это, на этом хайповать. Все люди причем, не только ютуберы. Все любят это смотреть. Но так вот, положа руку на сердце, скажу, что вот все. То есть, как бы мне вот эта тематика уже просто неинтересна. Я хочу именно делать то, что я, в принципе, всегда делаю, а это получать удовольствие от игры. И, ребят, я вам того же желаю очень сильно, сердечно и мощно. В конце я, подытожив вообще это видео, оно вышло, ну, 25 минут, я понимаю, убер формат, конечно, меня только так сидеть и слушать. Я хочу, чтобы вы, во-первых, написали в комментах свои топ-5, и, если хотите, распишите ту топ-6, которую вы ждете сами. Что вы ждете от игры. И вполне, что еще, не знаю, если вам понравится данный формат видео, я вам запишу 5 фейловых игр в моей, непосредственно в моем игровой дорожке. Соответственно, как я это пойму? Во-первых, ваш коммент, мол, пиши, чувак, и лайки под этим видео. Вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать. Продолжаем играть в качественном RPG. Вам здоровья и вашим близким. С вами был Юга. Если что-то недосказано, это будет досказано на стриме. Вас всех жду и буду рад с вами там пообщаться. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.